что такое конструктивная обратная связь. Все-таки обратная связь должна быть честной, а второй с любовью. Как относиться к неприятным отзывам. Если вы знаете, что человек делает это с пользой для вас, и в это верите, а не просто он заявляет, то, конечно же, люди принимают обратную связь, иногда жесткую. Почему критика лучше лести? Критика, она хотя бы дает человеку повод задуматься и насторожиться, как и любое такое, знаете, впрыск опасности. Любая опасность заставляет нас быть в тонусе. О чем нужно помнить, когда вы спрашиваете мнение другого человека? Лучше спрашивать у людей, которых вы уважаете. И иметь все-таки смелость дослушать. Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 8 октября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Елена Яшина-Ахундова.